Давайте я приведу довод. Я утверждаю, что Российская Федерация всегда, все эти годы хотела, чтобы Приднестровье стало частью Молдовы. Объясняю почему. Потому что если бы граждане республики, то есть граждане Приднестровья были включены в политическую систему Республики Молдовы и избирали, и были бы избраны, здесь бы румынский унионизм не процветал. Вон, и никогда Молдова не отошла бы в направлении Румынии. Но граждане, то есть политики Республики Молдовы всегда не делали ничего, чтобы Приднестровье вошло в состав Молдовы, чтобы не включить граждан Приднестровья в политическую систему Молдовы. Почему? Им всегда было выгодно, чтобы у нас было разделение по Днестру, чтобы спекулировать на этом и постоянно ходить за милостыню в Америку или в США. Ну, Аляга политик, чьи не секунды. Я совершенно о других вещах говорю. То есть у нас сегодня есть факт, что 23 года, значит, на территории Приднестровья сформировались определенные органы власти. Да, мы их не признаем, весь мир их не признает, и Россия их не признает юридически. Де-факто признает, да? Но там уже сформировалось фактически государство. То есть кто-то виноват в том, что так случилось, но надо решать эту проблему. Было предложение Германии поддержано, другими странами поддержано, о федерализации Молдовы. Согласно этого принципа, Молдова могла заключить договор о принципах объединения, то есть договорная федерация. Если бы мы пошли по этому пути, мы давно уже жили бы в единой стране. Но молдавские политики спекулируют на этой теме и специально не хотят отказаться от унитарной формы государства и перейти к федерализации.